А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации прошло еженедельное оперативное совещание. О работе, проделанной за минувшую неделю, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и ресурсоснабжающих организаций. За прошедшую неделю в люберецкую полицию поступило 2500 обращений. Возбуждено 32 уголовных дела. Из них 28 раскрыто по горячим следам. Произошло 5 пожаров и 160 ДТП с двумя пострадавшими. В округе отремонтируют 170 подъездов. По 74 адресам ремонт завершен, 26 в работе. Предстоит провести капитальный ремонт и в 61 многоквартирном доме. У нас на сегодняшний день в работе 13 кровель, 6 фасадов, 1 отмостка, 1 фундамент и 3 внутридомовых инженерных системы. Субъектами малого и среднего бизнеса в прошлом году создано 3000 новых рабочих мест. Теперь еще около 1000. Благодаря новым предприятиям прирост в муниципальный бюджет составил 42 миллиона рублей. 30 люберецких предприятий получили меры государственной и муниципальной поддержки на общую сумму 29 миллионов. С 1 июня запускаются такие меры поддержки, как приобретение лизинг-оборудования, маркетплейсы, франшизы и также льготы для поземельного налога для системообразующих предприятий и льготы для управляющих субъектов индустриального парка. На совещании обсудили вопросы содержания дворовых территорий, покоса травы и кронирования деревьев, уборки мусора и уличного смета. Узнали об очередных спортивных достижениях люберчан. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.